Всем большой привет! Давайте сегодня посмотрим, что я заказала в компании Faberlic. Каталог у нас действует 5-й на данный момент. Вот пришел 6-й, вот такой вот красивый. В конце полистаем. Это уже, можно сказать, традиция. Кстати, будет у нас в подарок опять будут колготки. Сейчас, по-моему, подарок, ну, по крайней мере, тоже хороший. Там уходовая серия с коллагеном, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Поэтому проходите по ссылочке, регистрируйтесь, получайте 20% скидки. Я вам всегда помогу, девчонки. Только, ну, если я увижу, как, да, вы в моей структуре, я сразу же вам напишу. Все контакты оставлю. Итак, что же я заказала? Видео тоже оставлю. Вчера снимала, мерила. Две пары кедов, конечно же, заказала. Думала, какие заказать. У нас там полно расцветок. Если я сейчас найду, у меня прям глаза разбежали. Сначала хотела белые с черной полоской. Потом думала. В итоге заказала вот такие вот со светлыми полосками. А что мне нравится, здесь вот подошва желтая у них. Мне нравятся кеды именно с желтой подошвой, а остальных белая. Поэтому мне, как бы, я выбирала вот из этих двух пар какую-то одну точно себе взять. В итоге взяла вот эту. И еще кое-какую. Сейчас посмотрим. Итак, приходит вот в таком пакете. Стандартном для Faberlic. Зип-замочек. Хороший пакет, мне нравится. Открываешь и смотрим. Давайте сначала артикул я вам покажу. Такая вот информация, кого заинтересует. 38 размер взяла. И расстроилась, потому что они мне впритык. Девочки, у меня стопа, значит, 24 сантиметра. 24, то есть это значит, у меня размер мой чистый, 37,5 где-то сантиметров. Но я всегда беру 38 обувь, чтобы она мне была не впритык. Не люблю, когда пальцы там поджимаются где-то. Насчет кед, я всегда знаю, что кеды, причем во всех брендах, нужно брать на размер больше. Вот даже в Лоридуте я заказывала, 38 мне приходили маломерки. То есть кед, видимо, как-то так шьют, да, что вот здесь вот пальцы у меня все равно как-то вот некомфортно себя чувствуют. И я уже поняла для себя, что нужно брать на размер больше, но здесь посмотрела отзывы у всех Faberlic девочек, кто брал кеды, все говорили в размер, и я решила взять в размер. Даже два размера не стала брать, но на выбор, да, думаю, ладно, если что, уж перезакажу. В общем, они мне впритык, такая подошва тут рифленая, интересная. И вот не знаю, что с ним делать. Так-то я походила. Они мягкие, комфортные. Вроде бы я расходилась в них. Все комфортно. Вроде бы так. Ну, не сильно жмет. Ну, как бы впритык, но не сильно жмет. Вроде комфортно. Но все равно, блин, вот эта мысль, она во мне застряла. И, короче, я вчера заказала еще 39 размер. Пока я эти не буду отправлять назад, но я взяла другие расцветки, примерить, померить, потому что глаза действительно у меня разбежались. И взяла охру, и взяла все-таки эти белые с черной полоской. В общем, померю, посмотрю, какой будет лучше, и выберу уже тогда. Потому что, ну, не могу я вот так вот взять, отправить назад, потому что вроде бы эти нормально сидят. Смотрите, они действительно мягкие, я вообще в шоке. Faberlic первый раз вот для меня обувь сделал мягкой, потому что предыдущая обувь, какую я не брала, вот колом стоит, как дубовая, ее носишь, вообще некомфортно, поэтому я уже отказалась брать обувь Faberlic, это вообще расстройство, у меня много обуви. Я тогда по распродаже нахапала и танкеток, и на каблуках, и не на каблуках, и балеток. И все они лежат, вот рука к ним не тянется, потому что в них некомфортно. И я для себя решила, что не буду я брать тогда обувь, пока Faberlic не научится шить. В итоге выходят вот эти кеды, они просто комфортные, вообще суперские. Я уж не знаю, как они будут носиться. Надеюсь, что нормально. Здесь у нас под замшу. Здесь под кожей. Я везде посмотрела на остальных кедах, да, они все под замшу, остальные, все в остальные, все под замшу, да, правильно понимаю, потому что вот эти двое, они как две пары,
Здесь как бы идет два вида. То есть мне вот этим вот больше нравится. Поэтому я взяла вот такие вот еще примерить. Посмотрю. И такие хочется. И красные, и голубые, и розовые, и охру. В общем, глаза разбежались. И хочется даже разные наряды носить. И под каждый цвет наряд, там, в общем, под каждый цвет лука. Ладно, лука не будем говорить. Как это называется, да? Образ. Хочется какие-то свои. Ну, вот эти универсальные, что я скажу, прям под любой цвет. Просто универсальные. Под любой цвет вообще классные. Шнуровочка. Ну, там у нас стелька какая? Не ортопедическая, нет. Просто стелька. Не вытаскивается, она приклеена. Вот такие вот красивошные. Я надела, значит, в видео посмотрите, обула на одну ногу бежевые, да, на другую ногу другой цвет, и походила в них. Вот, все комфортные, обе пары комфортные. В итоге, то есть просто сильно мне понравились. Действительно, я и на маркетплейсах уже присматривала себе. Люблю вот белые, все-таки белые у меня должны быть всегда. Их и с платьем я надеваю летом, и с брюком, в общем, с чем угодно. Побежал, обул и побежал, так скажем, да, в машине за рулем удобно. Вот так вот. Ну и следующая пара. Та-да-да-да, угадайте, какие. Ну, наверное, вы уже видели по фото. Я, наверное, превьюшечку вставлю. Голубые. Почему голубые? Сейчас объясню. Вот такая вот информация. У меня я брала голубые брюки от Faberlic. Может быть, помните, я делала примерку в 23-м году. Широкие такие у них были голубые брюки. Я их оставила. Тогда тоже два размера заказывала, смотрела, какие лучше. В итоге оставила те, которые поменьше, 46-й, по-моему, размер или 44-й вообще, потому что они какие-то большемерки были, эти брюки. Вот. И маленький размер сел на меня лучше. Они и по длине мне были хорошо, то есть не надо подрезать. А вот, по-моему, 48-й, да, были прям очень длинные. Они вот такого же цвета голубого, эти брюки. И вот я думаю, наверное, с этими брюками вот этот цвет голубой будет просто потрясающе смотреться. Видите, да? Ну вот я показала вчера мужу, какие, говорю, лучше взять. Как вам показать вот так? Какие лучше взять? Я потому что говорю, у меня глаза разбежались. Или, может быть, две пары, говорю, оставить. Он так посмотрел, голубые, говорит, издалека смотрятся более спортивными. То есть все-таки они как-то больше под спортивный костюм, да? Хотя, я не знаю, я могу с ним поспорить, он же не такой уж прям у меня стилист, да? Эти, говорит, более универсальные. Ну, с этим я немножко соглашусь, конечно, они более универсальные. Эти более такие все-таки обязывающие немного. Хотя тоже и под джинсу подойдут, да, под джинсу. Вот такой язычок у них. Ну, все такое мягонькое, комфортное. Тоже хорошо все гнутся. Подошва уже вот такая. Но вот издалека они более какие-то спортивные, говорит, смотрятся. Мне тоже, конечно, понравился оттенок цвета. Такой прикольный. В общем, у меня глаза разбежались. Подумаю, какие. Может, вообще 4 пары оставлю. Девчонки, меня это не зашкалит. И я и 39-й те оставлю, и 38-й вот эти оставлю. Но не знаю. Я, короче, вчера думала, думала, думала. Может, голубые все-таки отправлю назад и закажу все-таки 39-й, если что. Ну, посмотрим. Короче, я сейчас вообще не могу ничего сказать в этом плане, да? Потому что действительно все цвета хороши. Вот все цвета хороши, действительно. И ладно, поехали дальше. Что я заказала? Из больших бутылочек взяла гель для мытья посуды вот такой, сода эффект с лимончиком. Давно не пользовалась с лимоном и мятой. Сейчас у меня в использовании, по-моему, пантенол, да, с пантенолом. Что-то он как-то меня не очень устраивает. Как-то он, не знаю, плохо промывает мне посуду. Ну, иногда руками же я мою, не всегда в посудомойке. Так, не падать. Вот, и он меня как-то не совсем сильно удовлетворяет. Так, стоять. Вот. Поэтому я сейчас вот опять напоминаю себе, какие есть вкусы и ароматы, да, вот у Faberlic.
для посуды и буду их по очереди использовать, и опять буду для себя решать, какой на данный момент для меня лучше. До этого, до пантенола, я использовала из корейской серии. Ну, тоже что-то как-то средненько, не вау, и аромат не вау для меня. Ну, вот так. Поэтому я сейчас ищу, какой же все-таки для меня будет вау. Вот заказала такой. И в пакете все приходит. Хотя тот пришел не в пакете. Еще пришли. Давайте смотреть. Я даже не знаю. Из кадра не хочется убирать ботинки, как хоть они там смотрятся в кадре, нет? Пошуршу немножко, что здесь положили. Хотя все в одной коробочке было, но вот было кое-что расфасовано по пакетам. Прям очень много пакетов. Вот такое еще взяла с лимоном. Тоже, наверное, лимон и мята, да? Против сложных загрязнений. А это у нас чистота без налета и желтизны. По аромату все вкусные, вот все. Это тоже такой зеленцой с лимончиком пахнет. Это так, этот не очень как-то пахнет. Ну, в смысле, не очень, ничем практически не пахнет. То есть реально вот тот вкуснее для меня пахнет, чем этот. Еле уловимый мятно такой цитрусовый фреш. Еле уловимый. Но, наверное, при мытье он будет все-таки раскрываться вкусненько. Этот понасыщеннее аромат. Так, так, так. Что я хочу здесь увидеть? Какой? Лимон и мята? Как название? Да, лимон и мята. А здесь какой? Сода эффект. Но нарисован лайм и мята. Ну, как-то так. Два в одном. Будем пробовать. Еще взяла черный, потому что много черного вот хвалят вот этот вот гель для мытья посуды. Сама я давно им пользовалась, и он как-то меня тоже тогда не впечатлил. Он у меня еще тогда и стал противно пахнуть. То есть, видимо, вернее, я его разбавила в своей там мензурке, да, вот который дозатор, разбавила с водой и выдавляю, а от губки прям вот несет, вот он у меня как бы изменил запах, как будто вот стал, испортился, как будто, вот. Я спросила тогда у наставника, в чем дело-то, почему у меня гель, никакого, ни с одним гелем такого не было, только вот черный взял и стал невкусно пахнуть. Говорит, он, говорит, типа натуральный, и вот да, бывает, говорит, что меняет запах. И после этого я перестала его брать, но клиенты у меня его берут и хвалят, берут и хвалят. И я решила это тоже попробовать. Тут алоэ, тоже еще раз попробовать, еще раз дать шанс. Ничем для меня не пахнет, да, он какой-то вот... По аромату для меня никакой, поэтому не знаю, себе ли я его оставлю, либо на продажу. И мое любимое средство взяла, вот такое. Хочу запастись им. Я один взяла, да, надо было побольше сейчас, по-моему, у него. Хорошая цена, 200 рублей. Я люблю только этот вот биогель для очищения туалета. Хвойный Гринли. Хвойный микс. Немножко он, конечно, термоядерно пахнет, но зато он более-менее, ну, хорошо так это, ну, как сказать, он прозрачный, во-первых, гель, не желтый, не синий, никакой, то есть не окрашивает вот эту вот эмаль, да, унитаза. Я не люблю вот эти все вот эти краски, когда все это окрашивается и, не знаю, нормально стекает и нормально очищает, в общем, я его люблю. Так, что еще? Еще решила, видимо, заказать охлаждающий гелевый пластырь для тела. Ни разу не пробовала. Ну, думаю, пусть лежит вот так вот. Каша не просит, да, в аптечке. Облегчает состояние при жаре головной боли, защищает от теплового удара, облегчает состояние при солнечном ожоге, действует в течение 8 часов. Так, здесь у нас сколько? Один пластырь. Гидрогель, мята, нетканый материал, барниол. Вода. Не открой, наверное. Сейчас тут заклеено скотчем. Наверное, одна штучка, я так думаю. Все-таки. Если открою, сейчас посмотрим. Так, открываем. Нет, не одна, девочка. Здесь у нас 5 штучек. А почему-то вот я не нашла, сколько их штучек здесь. Информацию. То ли я плохо смотрю. Где?
Ага, вот, она заклеена почему-то. А, нет. Короче, от пакета там заклеилась эта штучка. Приклеилась, поэтому я не увидела 5 штучек такого пластыря. Так, вот заказ. У меня вот такой товаруан, наконец я дождалась. Клиентка уже замучила меня спрашивать, когда же он придет. Переоформленный, мужской. Он постоянно его берет, поэтому надо, да, мне. Подожди, почему Фохио? Фу ты. Я что, неправильно это заказала? О, боже. Я заказала для нее. Она меня прибьет. Это кошмар какой-то. Дикий ужас у меня с этим Товаруа. Так, надо мне сейчас скорректировать тогда заказ и включить его. А этот я отправлю назад. Мне он не нужен. Нет, наверное, не отправлю, потому что я заказала по виповской скидке. Боже. Лоханулась, девочки. Ладно, ладно, не отдала. А то бы сейчас она подарила там кому-то, мужчине она какому-то дарит. Фухё. Так, значит, расскажу про женский. Это такой свежефруктовый. На лето очень хорошо. А мужской ей прям вот очень зашел. Вернее, не ей, а мужчине, которому она там дарит, знакомому. Поэтому он... Ой, ну засада. Так, следующие ростки пшеницы. Они, видимо, распродаются, что ли. Я взяла еще вот такую одну пачечку. На 50 рублей они сейчас дешевле. Вот. Ну, буду пить натощак. Буду себя заставлять. Может быть, куда-то их добавлять, я не знаю. Ну, буду вот прям заставлять. Пить надо. Хорошая штука. Ну как, ростки пшеницы, да, почитайте тоже, для чего они нужны. Тут не написано. Написано только одна чайная ложка на 200 миллилитров воды, либо супа, коктейля, либо другого напитка размешать и выпить. Здесь просто сушеные ростки, зеленые, молотые. То есть не надо проращивать, там некоторые проращивают. Ну, я знаю, там, по-моему, витамины группы В еще какие-то содержат. То есть это натурпродукт. Это действительно хорошая такая добавка к пище, да, можно вот добавлять в коктейльчики. Иногда делаю, поэтому раз, надо добавлять, заставлять себя и пить. Хорошая, полезная штука. Так, по виповской скидке кардиоподдержку взяла. Не пила еще, не знаю, тут гранат у нас, горец японский, арония, перец черный, витамин В6, селен, витамин К2. Вот такой состав. Неплохой. Хороший, да, можно сказать. Такие водички взяла. Они идут бонусом за покупку. Дезирабль большого нет. Но тоже клиентка у меня есть на эту воду. И взяла в запас. Думаю, если большой пропал, не пропадет ли маленький? Поэтому маленько вот подзапаслась. Пусть будут, пока цена неплохая. Также под заказ у меня две пасты. Экстра свежесть. 109 рублей они сейчас идут. Базовые хорошие пасточки. И вот такие тональники у меня заказали. Они пробовали у меня две клиентки разных. Видимо, уже покупали у меня когда-то, да. И вот, наверное, год назад я уже даже забыла. И им понравились они. Одна взяла, значит, 64,81, другая 64,17. Но это все нюдовые оттенки, только один светлый нюдовый, другой естественно нюдовый. Вот так. Ну, я помню, я как-то тоже пользовалась, что они, да, неплохо перекрывают так, неплохо так корректируют тон лица, поры там все. То есть они, как сказали клиентки, не мешают коже, не закупоривают поры, поэтому вот понравились. И еще один заказик, который пришел в пакетике, это другая клиентка заказала. И ей как раз все положили в пакетик. Как будто знали, что это только она заказала одна. Два продукта. Вот такой блеск. Блеск у нас как называется? 40-522. Не знаю, как называется. Розовенький, наверное, какой-нибудь. И вот такую черную подводку матовую. 55-987. Они уже берут хорошие продукты. Хорошие штуки. Вот эти подводки. Нравятся людям. Так, и чек я не вижу. Вижу, вижу. Давайте посмотрим. Биогель для очищения туалета 147 рублей. Я свои цены называю с 26% скидкой. Кто набирает более 50 баллов, получает 26% скидку.
Порошок из ростков пшеницы 481, кардиосупор 1200, зубная паста по 81 рублю, для мытья посуды по 133 рубля, так же как и... Так, ладно, по 133. Парфюмерная вода Товаруа 420, вот я по ВИПу ее взяла. Для женщин, да, без лилиаля. А что такое без лилиаля? Я не знаю. Объясните мне. Вот их переупаковали, да, и они появились с надписью «без лилиаля». Надо погуглить этот момент. Так, дизерабль по 259, блеск 133. Шорты я вам не показала, девочки. Я же взяла какие-то там шорты. В распродаже висели маленький размер. А зачем маленький? Потому что там только маленькие висят. Я такие шорты ношу. Я в них сплю. Но это маленький размер. Думала, может, дочки подойдут. Но они пока ей великоваты. Ну, пусть лежат. Хорошие шорты. Я в них вот, как пижамка она у меня. По дому там хожу. Вот, шорты. Сейчас. Артикул шорт 47-98-30, размер XS. Стойкая подводка 209 рублей. Нет. Стойкая подводка 147 рублей. Тональное средство по 207 и кеды по 2079 рублей. Каталог 25 рублей. Охлаждающий пластырь 177 и 149 доставка. Без скидки 10-767-59 баллов. Со скидкой 8-739. Но у меня там еще была 1600 объемная скидка, она приплюсовалась. В общем, вот такие вот у меня были. Да, листалочку. Но листалочка быстрая, покажу только новинки. Сумочки такие вот у нас появляются. Вот опять не знаю насчет качества, потому что я уже тоже обжигалась сумочками с такими, знаете, колом стоящим, кожзамом. Поэтому, не знаю, вот это вот вроде бы по стилю, да, прикольная. Ну, такая неплохая, интересная, светленькая. Ну, вот лично на мой вкус я имею в виду 2,5. Но не знаю, как по качеству. Посмотрим, буду ли я брать, не буду ли. Такая вот мягкая тоже, бежевая, интересная. Вот это под сотовые телефоны, да. Кошелечки бежевые, черная, лаконичная такая. 2000, зонтики тоже прикольные, такие интересные. 1200, 1000. Я уже была, чуть ли не взяла вот такой вот с акварелью, хотя изначально с котиками хотела, потом подумала, зачем мне котики, я что, маленький ребенок, короче. В итоге не взяла ни один пока, подумаю. Шляпки какие интересные, вязаные. 1200. Интересные, да, вот такие вот козыречки тоже мне нравится иногда летом носить. У меня такой от Oriflame был 1000 рублей, но он уже такой плохенький стал. Так, здесь у нас футболочки 1200, джеггинсы 2300, такие юбочки появляются, разлетаечки, да, такие с разрезиками 1100, хлопок с эластаном, не знаю, я такие не ношу. Так, что у нас? Топ, брюки. Колготочки, гольфы, носочки с цветочком появляются 500 рублей. Две пары. Такие кроссовки, носки полосатые, носки в рубчик. Ну, в общем, есть что выбрать. Кепочки. 2800 вот такие вот кроссовочки. Вот мои кедики. Обожаю их уже. Хорошки. Ну, хорошо бы, если бы они еще хорошо носились, да, стирались бы так легко, очищались. Ну, вот, пожалуйста, салфеточки для очищения можно взять. Так, что у нас еще из новинок? Так, давайте вот так, потому что тут все одно и то же, одни и те же цены. Кондиционеры 195. Так, средства для стирки.
Для посуды все то же самое. Вот Гринли, если выводит, будет жалко. Капсулы уже вывели, а я их хотела закупиться. Они мне понравились. Пришлось в итоге пойти на Озон и купить какие-то новые капсулы. Смотрите мой влог и увидите, какие я в итоге купила. И, кстати, они мне очень понравились. Наконец-то, думаю, я нашла свои капсулы. Опять по 200 рублей буду брать. Так, что еще у нас тут? Биосредства моющие. Вот эти с хорошей скидкой. Люблю, обожаю все. Ну, ягодные еще не пробовала, а зеленый, желтый очень нравится. Вот такие вот средства тоже очень нравятся. Беру постоянно. Корейская новинка паста появляется. Возьму, попробую. Капсулы, девочки, не брала, потому что что-то отзывы на них какие-то противоречивые. Хотя они сейчас со скидкой на полтинник дешевле можно взять. Но я что-то не буду пока брать. У меня есть для стирки порошки, гели. Не буду, не хочу. Корзиночки хорошенькие такие, да, но дорогие. Все на них смотрю, смотрю, думаю, когда подешевеют немножко. Вот, такие пакетики понравились, я их, конечно же, взяла. У меня такой тоже есть мультифункциональный измельчитель, нравится иногда. Пользуюсь. Вот такой венчик тоже есть, но прям вот не мое. Не могу им пользоваться. Нужно вот так вот делать, нажимать, все это разбрызгивается. Что-то как-то я хочу его отдать кому-нибудь. Вот. Люблю ножи, люблю вот такие вот штуки. Может быть, надо тоже в запасике купить. Вы в следующем заказе увидите у меня сковородки. Сейчас по драйву они идут подешевле. Я обе взяла, потому что мне понравились эти сковородки. У меня маленькая есть, классная. Так же, как понравилась эта серия. Все купила, все. Теперь хочется в запас сотейников набрать, потому что это самый ходовой для меня вот в моей семье. Вот такая емкость. Сварить быстро макароны там, сварить гречку, рис и так далее. Классно отмываются, классные такие они, стильные на вид, в общем. Так, универсальный. Вот, кстати, пропал пластырь. Я хотела согревающий, по-моему, взять. А, нет, для рук, по-моему, пропал. Да, хотела взять. Вот прокладки будут немножко подешевле, по 166 рублей выходить. Будут тариться, так скажем, такой сленг, да, но надо закупиться, потому что сейчас я заказала, девчонки мне заказали по 179. Вот надо закупиться по 166. Не знаю, будет ли вот эта термокружка. Я ее в прошлый раз хотела заказать, ее не было. Появилась ли нет, не знаю. Так, и вот новинка появляется, желчегонная, обязательно возьму. Попробовать. Здесь у нас мята, кориандр, ромашка, мелисса, спорыш, лаванда, тысячелистник. В общем, это всегда полезно гонять желчь, чтобы не раздражаться, успокаиваться, вот как-то так. Гипалайт тоже для этого создан, но я не люблю его пить. Для меня это как-то, не знаю, не очень как-то я его люблю почему-то. Хотя тоже брала. Пила и детям давала, им нравится, там лимонный вкус, но вот мне не очень нравится почему-то. Так, БАДы, Wellness, детская косметика, все то же самое, наверное, да, вот новинка появляется. Гель для интимной гигиены, 159 рублей, надо купить дочке обязательно, наверное, возьму. Так. Что у нас тут еще? Ну, акции всякие интересные. Можно покопаться и выбрать. Так, морожка. Наверное, в начале там у нас краску не пробовала, пока не знаю. В начале у нас там, по-моему, будут. Да, дезирабль даже большого нет. Новиночки. Какую серию я люблю? Не знаю, девчонки. Фаберлик у меня нет любимых серий. Я пробовала разные, ну, как-то вот не знаю. Немножко вот уход тоже у них для меня не очень подходящий. То есть на моей коже как-то это, знаете, вот, ну, ни о чем. Я не пробовала дорогие серии вот с куркумой, с
Золотом я пробовала One Week Miracle красным. Вот патчи понравились, да. Маска вроде бы ночная тоже хорошо питает. Она у меня сейчас есть в ходу. Неплохая. Сыворотка вроде бы ничего. Вот как я могла ошибиться? Вот как? Будет 900, да? А сейчас у нас, по-моему, акция. Так и придется брать. Вот просто я не знаю. Все хочу взять станок, никак тоже рука не доберется. Уже больше 100 баллов набрала. Придется, наверное, кеды какие-то отправлять. И чтобы 100 баллов мне набрать, а не больше. Не хочу больше набирать, ну, смысла не вижу. Каждый каталог одно и то же можно взять. Вот новинки. Экстракт пассифлоры. Гель для душа, жидкое мыло. Гель для душа 500 мл, 200 рублей. Жидкое мыло джунгли 300 мл, 150. Крем для рук 75 мл, 100 рублей. Вот так. Травянистый, легкий, с нотками инжира. Ну, я представляю, какой это будет. Зелененький, такой кисловатенький ароматик. Не знаю, буду ли я брать. Здесь пляж с экстрактом кокоса. Ну, вот с кокоса, может быть, мне понравится больше. И скраб для тела. 180 грамм, 200 рублей. Скраб не знаю. Мне скраб понравился от Биоси, но его сейчас нет. Вот это скраб, так скраб. От Фаберлик они все такие мягкие, не очень как бы для меня. Смысла от них особо не вижу. Ну так, простимулировать кровообращение там какое-то, возможно, да. Но пока есть не буду брать. Вот закончится, возможно, да, возьму. Попробую. Ну и такой крем 250 рублей. И здесь вот еще есть сок папайи, мист 100 рублей, гель для душа 200, пена 230, 500 миллилитров. С папайей. Ну, фруктовые ароматы, как бы я тоже так соу-соу, средненько люблю, не в любимчиках. Ну, вот такой у меня был сегодня обзор. Всем прекрасного, хорошего настроения. Спасибо за лайки, комментарии, подписки. Обязательно пишите. Комментируйте все, что вам приходит на ум, только в корректной форме. Всем спасибо. Пока-пока.